нарисован до сих пор. Будем работать. Леонид Марголин. Первая гитара. Родион Марсин. Бас-гитара. Какие люди. Давай сыграем. Когда? Ну, ты еще как? Ну, ему все равно на чем играть. Поблизости. Не, у меня-то работает. Как это не работает? Вы же знаете, нет, вы не знаете даже. Стыдно сказать, даже не стыдно, а неудобно. Ведь мы с Леонидом Юрьевичем вышли на пенсию. Успели. Если обратно забирать не будут, то, считай, нам повезло просто. Сердце мается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложнее. Но ты пойми, чудак, бывает тяжелей, разноцветные гирлянды отражаются в осколках луж, не тающие ночи. И вам попутчик незнакомый улыбается и просто смотрит и задумчиво молчит. Когда маршрутки спят в снегу плечом к плечу, они во сне летят, как я, куда хочу. И мы твердим себе, все только начинается, что нам, конечно, рано на покой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Сердцу хочется весны, а сердце мается. Летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложнее. И думаю, когда было проще-то?
Так все ли так и было? И бывает тяжелее, да? Одна из песен нового альбома, который вот-вот выйдет, как раз называется «Жили по-разному». Жили по-разному, вроде бы просто, в каждом подъезде песни витали, и по-весеннему свежестью острой в память навечно вонзились детали, только детали и запахи детства, словно осколки по ржавчине стали. От ностальгии нам некуда деться, в жизни оставшиеся кем бы ни стали, но детство, как рай, излучает из глаз чувства волнующие. Ведь в нашем прошлом было у нас блестящее будущее. Ведь в нашем прошлом было у нас блестящее будущее. Мы не заставшие войн и бомбежек, как уцелевшие после цунами, и как в комок не свернувшийся ежик, мы не убиты ночными звонками. Но детство, как рай, излучает из глаз чувства волнующие. Ведь в нашем прошлом было у нас блестящее будущее. Ведь в нашем прошлом было у нас блестящее будущее. Пахнут смятением первым капели, мы поколение не хором запевших, словно забытое на карусели. Мы поколение дров оцаревших, но детство, как рай, излучает из глаз чувства волнующие. Ведь в нашем прошлом был у нас блестящее будущее. Ведь в нашем прошлом был у нас блестящее будущее. Прям как думали, эх, там в восьмом классе, помню, прям думали, скоро коммунизм, так прямо сказали, ваше поколение будет жить при коммунизме, все, отдыхайте. Вот, и я прям так думаю, ну это у родителей там, то военное, то предвоенное, то послевоенное, но у нас-то все другое, мы вообще молодежь, вот, все дороги открыты, вот. Я даже не стал в девятый класс поступать. Думаю, что там, пока они там закончат, а я уже, у меня уже профессия в руках. Вот, монтажный техникум я пошел. Посмотрел про Рыбникова и думаю, вот монтажный техникум, все. И прихожу через полгода во двор, а мне говорят, а у нас Саша Качаев умер, наш одноклассник. Я говорю, как умер? Он говорит, спился и умер. Я говорю, здрасте, пожалуйста, у нас вся жизнь впереди, поколение, а... И расстроился так вообще. И вот сколько лет прям прошло, каждый раз мимо проезжаю дома этого там, во дворе, в Челябинске там. И все время думаю, эх, Сашка, как-то ты себя не уберег, как-то. Вот и даже, наверное, лет 40 уже прошло. Я за это время несколько раз, когда писал песню какую-нибудь, вспоминал Сашку-то. Вот, и недавно звонит Сережа Утенков, тоже наш одноклассник. Говорит, Саша Качаев заходил вчера. Я говорю, погоди. Как-то... Он же это, умер, после восьмого класса еще спился. Не, он уехал в Новороссийск, что-то вот сейчас вернулся. Вот такой у нас двор, в общем-то, или в тюрьму, или в олимпийские чемпионы. И там Сергей Макаров, Сергей Стариков, хоккей, там вот это одна линия, другая линия, прям все туда. У них и клички такие хорошие, прям каторга, и как-то, и посередине я.
Я с Сережей Макаровым в одном родильном доме родился. И вот он, видите, вышел в люди, двухкратный олимпийский чемпион, красная машина. А я... В общем, вот песня посвящается нашему двору. Опять мне снится старый двор, озерный бронзовый загар. Еще никто ни мент, ни вор, ни чемпион, ни завгар. И форма школьная одна, и галстуки, и оптимизм, и только партии видна. Цель миллионов – коммунизм. И словно длинный летний день, все детство длится без конца. В тени беспечных крыльев мамы и отца. И никому не разглядеть сквозь одинаковый загар, что у мальчишки точно есть какой-то дар. Моральный кодекс на панно всем пионерам был знаком. Давно нас покрестили всех тайком, и светлый праздник Новый год справляет вместо Рождества, и красным цветом отдает еще ноябрьское листва. Но что-то важное уже мы видим в прожитой зале, весьма полезное потомкам и земле. И обещания вождей, фальшивые, как Дед Мороз, недоумение вызывает и вопрос. И хорошо бы дальше жить, и вспоминать учителей, и подорожник приложить на рамку памяти своей. Одни родители не спят, и как секретики в земле воспоминания хранят. Ах, если б знали мы тогда, ах, если б знали мы тогда, что обещаний не исполнят никогда. И не райком, и не ЦК, и только времени река нас понесет куда неведомо. Территория, и подумал, что молодежь вообще никак не поймет, что это было, когда люди переплывали ледяные речки, рисковали жизнью за Родину. В общем, сейчас как-то все по-другому. И судьба подарила мне встречу с Вадимом Ивановичем Тумановым, как вы знаете, друг Высоцкого, артельщик, золотодобытчик, человек удивительной судьбы. Вот, наверное, 91 год ему уже в этом исполнилось. И он очень много рассказывал, и получилась песня, которая ему и посвящается. «Территория». Это было в другой стране, по которой прошла война. Мы работали как во сне, и задача была одна, чтобы грубость и красота совместились в твоей судьбе, чтоб ни деньги, ни пустота не мешали смотреть тебе на бескрайнюю территорию, на которой мы все живем. Это Родина, и не более, но единственная притом. Это Родина, и не более,
единственная притом. Поменять невозможно нам, прожитое под песни нарт. В Заполярье остались там и зимой тоска и фарт. И остался еще запас золотой мерзлоте земли. Только это уже без нас. Мы все сделали, что смогли, для заснеженной территории, на которой мы все живем. Это родина и не более, но единственная притом. Это родина и не более, но единственная притом. Я не знаю, кто правит ей, но похоже, она сама сберегает своих детей. Если с юга идет война, если с запада все льет, и с востока недобрый взгляд, если с севера снег и лед, все выдерживает земля. Необъятная территория, на которой мы все живем. Это родина и не более, но единственная притом. Это родина и не более, но единственная притом. Песня в кинофильм не вошла. Как-то так получилось, но сейчас, знаете, уже умельцы как-то взяли в интернете, все так склеили из отрывков фильма. Такой клип получился замечательный. Ну, прям зайти в интернет прям не посмотреть. Черемуховые холода. На рояле исполняется песня. Редкие свидания
песня катушки петлы, пахла мятой и свежей травой, и озера были ночью теплы, и мы плыли, как над бездной с тобой. А черемуховые холода были где-то далеко позади, и это летнее тепло навсегда тихим вздохом поселилось в груди. Вот, если у вас будут вопросы, просьбы, жалобы, заявления, вот у нас прекрасная коробочка одинцовская, небольшая. Чтоб такой разговор прям получился целый, вряд ли. Ну, если напихать так туда записок. Так что, если что, пишите. Следующая песня, за нее я пострадал. Очень многие меня ругали, преподаватели математики. Даже в журнале «Математика» написали, как вы могли, Олег Григорьевич, написать такое, что жизнь промчится, и эта алгебра не пригодится. Теперь дети шантажируют родителей. Вот. Ну, что я могу поделать? Песня называется «Одноклассница». Тогда о самом важном, и капли били по карнизам дома, и был учебник учпенгиза новый, и мы не знали, что жизнь промчится, и эта алгебра не пригодится. Где-то на затерянном острове, где лето мокрых стрекоз в траве, и впереди бесконечная жизнь, неосознанно вечная, и пахли волосы дождем и солнцем, и мы прозрачны были с ней до донца, не прибавлялось серьезных знаний от грома дальнего и плеч касаний, а красный галстук шел ей даже дома. Ее отец был секретарь райкома, но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг другу прекратили сниться где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве, и впереди бесконечная жизнь, неосознанно вечная. И в этот день они переезжали, а я был в лагерь тогда отправлен, и на две смены был весь мир отравлен. И я вернулся в город, как в пустыню, и ждал зимы, надеясь, что простыну, что побелели для всех печально, потом по радио официально, что где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве.
остались живы. А то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно и только грустно, что все молчали письменно и устно, и мы не виделись потом ни разу. И победил, конечно, светлый разум. Мы с этой жизнью всегда справлялись, но где бы ни были, опять встречались. Где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрый старик острове. И впереди бесконечная жизнь, неосознанная. Почти на каждую песню в интернете можно найти клип. Как-то люди сами придумали себя. Мне всегда интересно это наблюдать за разными образами. Но тем не менее, главный клип, наверное, я как-то пришел к такому выводу, что, наверное, самое лучшее видео – это аудио. Потому что каждый представляет себе конкретную улицу Новороссийскую, город Челябинск, квартира, не скажу. Вот. Но посмотреть интересно. Что-то я вас сегодня в интернет толкаю. Вот думаю, какую вам спеть песню. Что-то у меня был сборник про войну, про жизнь и про любовь. Сейчас вот. Ну, я вам спою, знаете, запрещенную песню. Так получилось, что мы нас пригласили сниматься в кинофильм «Сваты», «Сваты 7». Мол, я написал песню, мы как снимались, супруга моя снималась. Там какие-то иностранцы появились, там сюжет развивается, какие-то новые люди. Вот, и уже мы все сняли и уехали. И потом вдруг это все остановили. Сказали, что из-за того, что Добронравов Федор съездил в Артек, он враг народа, и в общем все. И фильм очень вредный. Поэтому, если и песню, то не пой. Но я вам спою. Когда фильм все-таки выйдет, вы скажете, ну, мы знаем эту песню. Кефира грамм 300, утром овсяную кашку. Жить без волнений, без риска, словно жевать промокашку. А как же падения и взлеты, страсти, погони, наветы, странствия и вертолеты. А как же спасение планеты? Взрослели наши дети, и ничто их не остудит. Это было все на свете, было с нами. Компромиссность отваги южных созвездий феиста и над зимовками флаги. Тоже презрение к покою, ярость раскрытых обманов.
предрассветной рекою непостижимость туманов. А взрослели наши дети, и что их не осудит. Сказать все решения, но все беспокойнее ночь, и все глупее размышления, тропы запутаннее краю, неразличимее цели, не стоит желать вам, не знаю, все получить, что хотели. Любви, потому что ему не хватает, как и все.
всем во вселенной любви. Выпускал бы себе вот эти диски. Но она говорит, ну почему зря? Вот ты через 50 лет помрешь, она мне говорит, а я книгу открою, фотокарточки посмотрю. Вот, и недавно отметили мы юбилей. Вот, на книжках вообще удобно расписываться. Особенно на больших. Одна из них является, как бы это считается, эталоном в области дизайна. Ничего особенного, но как-то вот на порог души, прям так они, художники, гордились. Вот. На немецком языке, я думаю, немногие у вас разговаривают, но здесь хорошие картинки, немецкое издательство выпустило, но и есть ноты. Тоже на русском. А, да, и Игорь Шаймарданов, прекрасный художник, нарисовал такие замечательные картинки. Перевод тоже, кстати, есть на русском. Там же. Гордость моя. Книжка называется «Папины рецепты». Ее выпустил мой сын, который учится на повара. Я как-то ему рассказывал, где мы были, что мы ели и с кем. Например, там с Лиз Митчелл из Буни-М в палатке. На Байкале зимой мы пили водку. Это вообще в голову мне не могло прийти. Ну и он к каждому моему событию из моей жизни приложил рецепты. Кстати, насчет водки. Это не так просто. Вот Давид Федорович Тухманов, он тоже здесь описал, он сказал, я изобрел идеальный рецепт коктейля. Берешь 100 грамм водки, и по ножу медленно наливаешь туда еще 100 грамм водки. Вот. Ну и вообще, если кто-то отважится, я не знаю, здесь практически все, и ноты, и фотографии, и такой трехтомник, который несколько лет, наверное, писался, и в конце концов, все теперь можно, если обороняться он. Знатоков есть Бродский, диск, за который нам вручили премию Бродского. Музыку написал Леонид Маргулев. Композитор Маргулев! Ну и, конечно же, мы с удовольствием после концерта выйдем и подпишем все эти книжки и диски. И в конце первого отделения прозвучит самая неподходящая песня, которую можно было бы сегодня придумать. А хотя, может быть, наоборот. Лето – это маленькая жизнь. Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, полюбовался до скончания дня. Вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня. И все время утекает пиво из него. И ушел в апрель, я пошел в порт.
я замерз, запутываясь в твой ход, и пошел на улицу встречать лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Осень тихо подрастает на щеках, осень дом плывет по лету, а меня нет. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном, и все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участком, смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь дом плывет по лету, а меня нет. Лето — это маленькая жизнь. Где в окне твоем ночи наша грусть? Я мусоропровод бросил два своих ключа. Тебе точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парах культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни, посмотрел видик, видик про разлом, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый кивнет молча.